просто не спала ночами, она со слезами. Даже тяжело мне. Со слезами выходила на порог, и это тяжело вспоминать. Вот, и каждую ночь она ждала. Я не знаю, это надо какое материнское, большое материнское сердце. Ждать на пороге своих детей. Ведь не было весточек, не было информации никакой. Их отправили в вагоне с Котском. И когда в Казахстане бабушка вышла вскипятить чай, и тот гудок, не успела она вернуться, попадает под колеса, и бедную бабушку наш ноги отрезала. Видно то, что это мать, воспитавшая восьмерых детей, дочь, это кто-то, сыновья, которые воевали в этот момент, шли на подвиги, рискуя своей жизнью. Она не дожилась, не смогла обнять своих близких, родных детей. Она так не дожилась, она так она ее убила.